Переизбрание Путина на очередной президентский срок проходит, как и ожидалось, по заранее прописанному в Кремле сценарию. Диктатор вылез из бункера, разъезжает по России, демонстрирует плебсу, мол, он еще не рухлядь. Даже в центр избирком приперся регистрироваться. Впервые за последние 5 лет у вечного президента РФ проверили паспорт. Вдруг двойник. Надо также зафиксировать время окончания приема документов. Пойдем, пожалуйста. 16:41. Путин участвует в собственном переизбрании как самовыдвиженец. Согласно российскому законодательству, до конца января он должен был собрать 300 тысяч подписей в свою поддержку. Безусловно, собрал. А даже если бы не собрал, нарисовали бы. Но в нынешнем ритуале перевыборов диктатора важно совсем другое. В России появился запрос на не Путина. На альтернативного несистемного кандидата с выраженной антивоенной позицией. И такой кандидат может испоганить весь кремлевский сценарий. Формально конкурентами Путина на президентских выборах 2024 выступают 3 кандидата от парламентских фракций, которых первыми зарегистрировал ЦИК. От ЛДПР это сменщик покойного Жириновского Леонид Слуцкий, от коммунистов Николай Харитонов и от новых людей Владислав Даванков. Также ЦИК разрешил собрать подписи еще 8 кандидатам. Это самовыдвиженцы и представители непарламентских партий. 4 из них получили отказ в регистрации еще на моменте выдвижения. В том числе журналистка из Ржева Екатерина Дунцова, которая открыто выступила против войны с Украиной. Екатерина Сергеевна, вы молодая женщина, у вас все еще впереди. А среди кандидатов, которых Кремль допустил быть конкурентами Путину, только один вызвал настоящий интерес среди россиян и создал головную боль власти. Речь о Борисе Надеждине, самовыдвиженце от внепарламентской политической партии «Гражданская инициатива». На сегодняшний день он единственный кандидат, который выступает против войны с Украиной. Надеждин не раз говорил, что цели так называемой СВО так и не были достигнуты. И развязав эту войну, Путин совершил ошибку. Нужно заканчивать эту историю, потому что будет пролетать. Будет пролетать. Борис Надеждин призывает к немедленному перемирию и переговорам с Украиной, но пока не говорит о возвращении Украине оккупированных Россией территорий. Такие призывы в РФ уголовно наказуемы. По словам Надеждина, его главная цель на выборах – Путин должен уйти. Я русский патриот. И я буду служить своей родине и защищать в том числе тех парней, которых политическое руководство заставило идти на фронт. Я русский патриот и думаю в первую очередь о России. При всем уважении и понимании страданий украинского народа. В отличие от журналистки Екатерины Дунцовой, Надеждину Кремль разрешил собирать подписи. 23 января штаб политика объявил, что необходимые 100 тысяч собраны, а буквально через день отрапортовал о сборе 150 тысяч подписей. При этом наблюдатели заявляли, что Борис Надеждин согласованный с Кремлем кандидат. Ему разрешили выдвигаться лишь для придания убедительности кампании по переизбранию Путина. То, что у них изначально была попытка достичь каких-то договоренностей, я думаю, не вызывает ни у кого особых сомнений. Тем более, давайте не будем забывать, что сам Надеждин, он представляет, пускай на муниципальном уровне, справедливую Россию. До этого баллотировался, не проходил праймерис, в том числе и от провластной политической силы. Поэтому какие-то связи у него, понятно, с представителями власти есть, и они достаточно тесные. Плюс он достаточно долго период времени ходил на пропагандистские ток-шоу, да, он там играл роль такого либерала, но опять-таки просто так туда люди с улицы не попадают. Кто же такой Борис Надеждин? Ему 60 лет. Для сравнения, Путину 71 год. Надеждин – кандидат физико-математических наук. В политике почти 30 лет. В 1990-х был депутатом Госдумы от Союза правых сил. Сотрудничал с Борисом Немцовым, а также Сергеем Кириенко, нынешним замглавой путинской администрации. В 2016 году Надеждин даже участвовал в праймериз «Единой России» перед выборами в Госдуму, о которых вспоминает как о троллинге путинской партии. Надеждин утверждает, что выдвигается в президенты России без согласования с Кремлем. В то же время многие задаются вопросом, как такое вообще сегодня возможно. Ведь в России любые антивоенные высказывания строго наказуемы.
Сейчас действительно картинка не очень хорошая складывается, в том плане, что он начал делать прямые заявления против войны и только против войны. То есть там масса других у него неоднозначных утверждений, и это явно не тот кандидат, который мог бы что-то серьезно там изменить, например, в России. Но, по крайней мере, его заявления против так называемой СВО, они вот несколько карму, так скажем, кремлевским политтехнологам портят. Согласно информации некоторых телеграм-каналов, Кремль дал команду Центр избиркому снять кандидатуру Надеждина с выборов якобы из-за низкого качества подписей. На самом же деле из-за того, что тот нарушил негласные договоренности с Кремлем. Мол, договаривались же сильно не поливать, цитата Путина, СВО говном. В Кремле эти заявления безусловно опровергли и заверили, мол, Надеждина конкурентом Путину не считают. Мы не рассматриваем его как соперника. Тем временем именно антивоенная, антипутинская риторика Надеждина помогли ему собрать подписи сотен тысяч людей, как в России, так и за границей. Неужели Надеждина и впрямь считают последней надеждой России? То, что какая-то часть людей поддерживает эту антивоенную риторику, это на самом деле неудивительная история. Она ожидаема, потому что даже по опросам, которые проводит российская власть, они регулярно это делают, 65% минимум населения говорят о том, что они за окончание войны, какой-то там мир, но там есть, конечно, уточнение. Если Путин скажет, что надо мириться. Если Путин скажет, что воюем дальше, эти 65%, даже больше, говорят о том, что да, воюем. Но запрос, конечно, присутствует. Запрос присутствует у тех, кто изначально выступал против войны, которые понимают, что это бьет по ним, по их перспективам, как с точки зрения оказаться в армии и быть утилизированным в Украине, погибнуть там, ну это если повезет, в плен попадут, так и с точки зрения вообще развития своего бизнеса, будущего там, кто не успел выехать, кто остался в России и хочет, чтобы все было как до 22 года. Они не думают там про то, что проблемы начались на самом деле в 2014 году, но вот хотя бы откатить как-то до 22-го, они бы ничего против не имели. Кампания по сбору подписей за выдвижение Надеждина резко активизировалась во второй половине января. Поставить подписи за Надеждина призвали российские оппозиционеры и лидеры мнений, вынужденные покинуть РФ. У них своя многомиллионная аудитория. Невозможно не заметить, как к штабам кандидата Надеждина, к кампании которого еще пару недель назад все относились как к анекдоту, встали длинные очереди желающих поставить подпись. Это важный маркер. Сам кандидат и его перспективы тут не имеют решающего значения. Маркер этот важный для нас, для независимых российских политиков, почти в полном составе живущих за рубежом. Мы, или наши коллеги, скорее всего, недооцениваем потенциал, который скрыт в российском обществе и отшлифован результатами социологии. Ведь социология это показывает лишь то, что 5-10% лоялистов, которые соглашаются отвечать на вопросы, ныне поддерживают войну, слабее. В поддержку Надеждина высказался лидер рок-группы ДДТ Юрий Шевчук. После полномасштабного вторжения в Украину его концерты в России были отменены. Самого Шевчука оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье о так называемой дискредитации российской армии. На своем концерте в Уфе он сказал, что Родина – это не жопа президента. Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. Юрий Шевчук, группа ДДТ. Я за мир, поэтому, как и многие, голосую за Бориса Надеждина. И всем нам удачи. В пунктах сбора подписей за Надеждина выстраивались длинные очереди. В Якутии люди стояли на 45-градусном морозе. Больше всего людей пришло в Москве и Санкт-Петербурге. По мере роста ажиотажа команде Надеждина пришлось открывать дополнительные точки сбора подписей. Надеждин, который стал использовать такую риторику, конечно, он получил поддержку этих людей, потому что эти люди действуют по принципу, а чем черт не шутит, а мало ли. Может быть, если увидят, что такой уровень поддержки, Путин вынужден будет перехватить вот эту миротворческую риторику и сам выступить с какими-то предложениями там, о мире, о том, что надо все заканчивать так или иначе, и понимая, что война там не сильно популярна среди россиян. Конечно, здесь фактор публичности лидеров. За границей тоже открылись штабы Надеждина.
Хотя в его команде заявили, что собранные за границей подписи сдавать в ЦИК не будут. Достаточно и тех, что собрали в России. Заграничный же сбор рассматривался как резервный. Обозреватели говорят, оставляя подпись за выдвижение Надеждина кандидатом в президенты РФ, россияне по сути выражают свою антивоенную позицию, о которой ранее боялись даже заикнуться. Они показывают вот этому обществу, куда на самом деле дует ветер. А на самом деле, типа, оказывается, вовсе не все любят Путина. То есть я-то сижу и, оставшись наедине один с репрессивной машиной, и боясь обсуждать свои искреннюю точку зрения с окружающими, ну, кроме самых близких, да, я думаю, что, я в меньшинстве. Мне же внушают с утра до вечера там. Ты в меньшинстве. Я сомневаюсь, конечно, но уверенности, что они не правы, у меня нет. А тут я вижу жены мобилизованных, тут очереди на Надеждина, там башкиры восстали, там. Вот оно, вот, понимаете, это индикаторы, вот эта индикативная функция самая опасная для властей в нынешней ситуации. В ЦИК заявили, мол, проверять подписи россиян будет нейросеть избиркома, специальная программа, которая якобы должна ускорить обработку подписей 80 раз. В избирком поступили 315 тысяч подписей за Путина, за антивоенного кандидата Бориса Надеждина более 200 тысяч. Нейросеть проверила подписи за Путина и не нашла нарушений. ЦИК тут же зарегистрировал диктатора кандидатом в президенты РФ. Какая неожиданность! Зарегистрировать кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Выдать удостоверение зарегистрированного кандидата. Главной интригой оставалось, позволит ли Кремль антивоенному кандидату Надеждину дальше принимать участие в переизбрании Путина. 29 января председатель Центральной избирательной комиссии Алла Памфилова пожаловалась, мол, у ЦИК до сих пор нет информации о планах Надеждина и еще нескольких кандидатов сдавать подписи для регистрации кандидатами в президенты РФ. А дедлайн, мол, 31 января. Эксперты говорят, это серьезный намек, мол, лучше подписи даже не сдавайте. Но утром 31 января Надеждин принес в ЦИК 105 тысяч подписей. По закону на их проверку положено не более 10 дней. Нам необходимо рассмотреть. Тем временем в Кремле очень недовольны растущей популярностью Надеждина. Не прочь, чтобы он сам отказался от участия в выборах. В то же время понимают, что он этого не сделает. Сам Надеждин заявил, что попытка снять его с выборов сильно подорвет их легитимность. Мол, Кремлю нужно показывать хоть какую-то игру в демократию. А вот эксперты считают, что для Кремля это не препятствие. Им этот эффект игры в демократию особо и не нужен был. Насколько мне известно, там ходили разговоры, что давайте создадим какого-то кандидата, типа либерального, как это было, например, Собчак. Раньше там Прохоров был, да, вот давайте будем запускать. Но для чего запускать? Чтобы он получил ничтожно малые проценты, и можно было сказать, что эта либеральная идеология вообще не пользуется популярностью на России. Но решили, наверное, скорее всего, от этого отказаться, потому что, ну, какой смысл что-то делать там для Запада? Они же, наоборот, заняли такую позицию, что мы сами принимаем решения и делаем все, что считаем нужными. И в этом контексте это никак не повлияет там, на приятие или неприятие демократии. Большинство россиян смирились с тем, что они живут в абсолютно патримониальном режиме, который только имитирует выборы для получения дополнительной какой-то легитимности, но реальной демократии там нет. И многие считают, что это нормальный путь России, это нормальная ситуация, которая, в принципе, по большому счету их устраивает. Тем временем Надеждин непрозрачно намекнул, мол, если его не допустят к участию в выборах, он может чисто теоретически призвать 200 тысяч поставивших за него подписи российских граждан выйти на улицу. Одновременно на Надеждина написали донос с требованием объявить его иноагентом. Некий Виталий Бородин настучал в Генпрокуратуру РФ, подчеркнув несогласие Надеждина с Путиным и его политикой, включая войну против Украины. А главный социолог коммунистов Сергей Обухов заявил, что Надеждин обошел всех альтернативных кандидатов и занимает второе место после Путина. За Надеждина готовы проголосовать 7% россиян. Сам Борис Надеждин заявил, что его рейтинг выражается двузначным числом, минимум 10. Если я действительно хочу эти выборы выиграть, мне нужно, чтобы за меня, внимание, голосовали в том числе те, которые сегодня еще пока за Путина там и, может быть, даже поддерживают специальную военную операцию, но их надо убедить.
В Кремле взвешивают, сколько россиян реально готовы проголосовать за Надеждина. Если небольшой процент, то это даже может сыграть на руку Путину. Мол, смотрите, за антивоенного политика проголосовали единицы. Значит, большинство якобы не хочет окончания войны. Кстати, еще, знаете, с пониманием того, что далеко не факт, что будет такой результат, на который они рассчитывают, прогнозируемый. Может же быть и гораздо больше там процентов, да, например, чем 1-2%. Тем более, что если у них стоит задача нарисовать Путину очень высокие показатели, а я так понимаю, что судя по российским учебникам, в частности по учебнику истории, который вышел недавно, Путин должен получить 85%. Я почему вспоминаю этот учебник? Потому что он оканчивается на том, что... война против Украины невиданно сплотила российский народ, и 85% граждан России категорически поддерживают президента, то они такой теперь результат должны ему нарисовать на выборах. И вот в этой ситуации пару процентов, отданных за какого-то там либерального политика, могут им очень сильно попортить картину. То есть это придется еще более жестко там все подтасовывать и непонятно на что выходить. Будет или не будет фамилия Надеждин в избирательном бюллетене, абсолютно не важно. Все понимают, кто снова победит на псевдовыборы. Важен сам факт, что в российском обществе растет запрос на любую альтернативу Путину. Будь этот кандидат никому неизвестная журналистка Екатерина Дунцова или политический старожил Борис Надеждин. Перспективы Надеждина как кандидата, конечно, вилами по воде писаны, вопросов нет. Соберет ли штаб подписи, будет ли принято решение по этим подписям его регистрировать? Это все черный ящик, на который мы повлиять не особенно можем. И при любом исходе расстраиваться не нужно. Но кое-что мы знаем прямо сейчас. Разговоры о гражданской апатии в России очень далеки от реальности. У нас не гражданская апатия, у нас гражданский голод. Огромный скрытый потенциал. Те возможности, мимо которых еще недавно люди бы прошли и не заметили, теперь будут взяты в такой оборот, что шерсть по закоулкам полетит. В Кремле понимают, если Надеждина снимают с выборов, участие российского общества будет расти недовольство. Но за пределы кухни и бутылки водки оно никуда не выйдет. Из-за политики никаких бунтов и восстаний в России не будет. Россиян в очередной раз макнут в дерьмо, да и делов-то. На России возможны бунты, возможны выступления, но они будут сначала носить изначально, скорее всего, социально-экономический характер. То есть это будут бунты бедных против богатых. И второй момент – это межэтнические столкновения. Все вещи, которые связаны конкретно с политикой и даже с войной, они на сегодняшний день, ну, конечно, на сегодняшний день, я это подчеркиваю, они перспективы в России не имеют. Сегодня 47% российской молодежи до 30 лет отказывается голосовать за Путина и предпочли бы другого кандидата. Следует из результатов опросов, проведенного компанией Норк при Чикагском университете. В то же время 53% граждан РФ этого возраста готовы проголосовать за диктатора. Но самыми активными сторонниками Путина являются россияне старше 60 лет. То, что есть уровень, скажем так, раздражения по отношению к власти, это факт. То, что колоссальный уровень апатии, и это фиксируют, кстати, все социологические опросы на России, которые проводят, это тоже факт. У них более чем на 50% увеличилось количество тех людей, которые чувствуют постоянную тревожность, которые не уверены в будущем, которые находятся в состоянии, ну, различного уровня там, депрессии. И, ну, у них самый главный момент – это вот апатичное состояние. То есть они ничего не хотят делать, они просто плывут по течению. Конечно, еще вот такие действия там, у тех, у кого какая-то активность осталась, ну, она приведет к тому, что они активно это будут обсуждать, будут говорить, что все, мы уже там докатились до того, что даже человеку, который набрал бы там от силы пару процентов, не дают, ну, возможности участвовать в выборах, эти разговоры будут. Но будет ли это отложенное действие потом иметь какой-то эффект в виде каких-то выступлений, ну, того там типа революционного характера, я очень сильно в этом сомневаюсь. В том, что Путин снова победит на так называемых президентских выборах в России, сомнений нет. Но ажиотаж вокруг кандидатуры Бориса Надеждина говорит о том, что антивоенная риторика играет важную роль. Возможно, зазомбированное кремлевской пропагандой российское общество наконец-то просыпается?